З нами Євгеній Кисельов, журналіст, політичний оглядач. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю вас. Що ж, давайте почнемо з такої інформації, яка зараз насправді тривожить. Сьогодні майже від ранку дуже багато інформації про Запорізьку атомну станцію. Ось є вже цитата головного управління розвідки Богданова. Він сказав, що та частина станції, яку у разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма на території станції, яка забезпечує охолодження. Отже, що вони збираються зробити? Так, це пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю таку технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Власне, ймовірний теракт. Це що? Зараз, чесно, здається, по всіх цих повідомленнях, що він 100% майже буде. Якщо Росія на це вдасть, це для чого? Це щоб до переговорів схилити, показати Заходу, що вона готова на більше і давайте якось будемо домовлятись. І головне, які дії Заходу будуть? Дійсно, це буде, наприклад, НАТО вважати також замахом на їхню територію, якщо ця радіація розповсюдиться кругом? Чи все ж таки не буде таких ніяких заяв і дій? Анастасия, ну вы знаете, я все-таки не являюсь категорически специалистом в области безопасности ядерных атомных электростанций и разного рода сугубо технологических проблем, связанных с эксплуатацией. Потому что я понимаю, об этом как-то мало говорится, что у разных атомных электростанций совершенно принципиально разная конструкция, совершенно разное устройство. Есть такие атомные электростанции, которые построены по образу и подобию Чернобыльской. Там, скажем, роль охладителя играет графит, играл графит, да? Есть принципиально иначе устроенные атомные электростанции, и пускаться в рассуждения по поводу того, вот, какими способами можно вывести их из строя и как вызвать какую-то глобальную катастрофу, ну, честно говоря, вы в данном случае не по адресу обращаетесь. Не, сказать... Це про масштаби, це вже потім. Так, головне зараз, чи зробить Росія, і реакція міжнародна, чи нет, буде? Смотрите, значит, вопрос так стоит, на мой взгляд. Очень небольшой процент вероятности, по-моему, существует, что Россия действительно пойдет либо на какую-то диверсию, на организацию какой-то технологической катастрофы на Запорожской атомной электростанции, либо, скажем, применят тактическое ядерное оружие на территории Украины, а может быть, не на территории Украины. Могут быть и другие сценарии. Вон господин Караганов Сергей Александрович, руководитель в прошлом Совета по внешней и оборонной политике, не последней внешнеполитической ассоциации исследовательской, который дважды уже призывал к применению ядерного оружия в демонстративных целях за пределами территории Украины. Он говорил там условно о Польше. Раздавались в свое время голоса о том, чтобы демонстративным образом применить тактическое ядерное оружие, скажем, где-то над нейтральными водами. И такая версия обсуждалась. Но, повторяю, на мой взгляд, и это подтверждают некоторые мои источники, с которыми я периодически консультируюсь, я не могу называть эти источники, но существует такая версия, которая, на мой взгляд, имеет все основания на то, чтобы быть расценено как очень серьезное, что еще в самом начале, когда появились только первые разговоры на эту тему, Москва получила очень четкие сигналы и от Вашингтона, и от некоторых других натовских столиц, что любое применение ядерного оружия или попытка организовать какую-то технологическую катастрофу будет расценено как применение ядерного оружия против одной из стран НАТО. То есть, условно говоря, если, не дай бог, какие-нибудь горячие головы в Кремле убедят Путина применить тактическое ядерное оружие на территории Украины или, допустим, против той же самой Польши,
частности, там мне приходилось читать такую версию, что а давайте ударим по Джешуву, потому что Джешув является главной перевалочной базой в поставках натовского оружия на территорию Украины для ВСУ. Вот. В любом случае, я думаю, последует очень жесткий ответ. Не обязательно с применением ядерного оружия, вполне вероятно, с применением конвенционального оружия, не ядерного, высокоточного, по тем самым пресловутым центрам управления. И в Москве, я думаю, об этом очень хорошо знают. Все остальное – это психологическая война, это брецание оружием, это попытка взять Запад, коллективный Запад, да и Украину вместе с коллективным Западом, что называется, взять на понт. Напугать и заставить бояться, осторожничать, отступать, если угодно. Я не думаю, что это произойдет. Хотя исключить это на 100%, на мой взгляд, невозможно. Потому что мы же видим, у руководства в России находятся люди не вполне адекватные, а более всех неадекватным образом ведет себя Путин. До речі, ви сказали словами буквально Рафаеля Гросі, тому що це свіжа заява, те, що представники організації не побачили ознак підготовки теракту. Про це сказав гендиректор МАГАТЕ. І, за його словами, ситуація погіршилась після підриву росіянами Каховської ГЕС, але, мовляв, зараз стабілізується поступово, але в кінці додав, що все можливо. Тобто слідкуємо, звісно, за офіційними різними такими заявами, що буде далі, час покаже. Не можу з вами не поговорити про Пригожина, про заклад. Буквально вже тиждень буде так, завтра, от від цього всього інформаційного шуму. Швидко йшли, але не дійшли. Зараз дуже багато питань залишилось. Пригожин за однією інформацією то літає в Мінськ, то в Москву, і в нього таке вільне пересування, про щось домовляються. Де Суровікін, незрозуміло, і що буде з тими генералами, які вимагав звільнити, власне, Пригожин, теж незрозуміло. Ну і от пише The Guardian, що заколот Пригожина взагалі навіть змушує Китай відмовитись від беззастережної підтримки Путіна. В цій історії цікаво те, як це вплинуло на Україну, що це дало нам, ну і, звісно, що буде далі. Чи похитнулась, дійсно, ця влада Путіна, диктаторська влада, Путін як цар, що тепер з ним, чи побачило ближче його керівництво, ближче ото, що все ж таки Путін не є гарантом безпеки. Ну, давайте розберемося, розложив всю цю ситуацію на составляючі. Ну, во-первых, давайте перечитаємо внимательно інтерв'ю, яке було сьогодні опубліковано в Washington Post, інтерв'ю Валерія Залужного, главнокомандуючого ВСУ. Он там чорним по білому говорить, що касається войны, которую ведем мы, что касается боевых действий на фронтах российско-украинской войны, для нас решительным образом ничего не поменялось. То есть, как воевали против нас, так и воевали. И ракетные удары в этот день наносились по территории Украины, в том числе по мирным гражданским объектам. Вот ничего не изменилось. Все, что происходило там, в тылах, это никак не коснулось хода боевых действий, никак не коснулось ситуации с безопасностью жизни украинских граждан. Все было по-прежнему. Это первое. Второе, и вывод из этого мы делаем, второе, да, что рассчитывать на то, что какие-нибудь там пертурбации, катаклизмы, происходящие внутри России, рассчитывать на то, что они улучшат ситуацию на фронте в пользу украинских вооруженных сил, не нужно делать так. Просто потому, что это обманывать себя, выдавать желаемое за действительное. Ну да, конечно, если вдруг там начнется полномасштабная гражданская война, ну да, наверное, действительно, российское руководство будет вынуждено какие-то боевые части и подразделения отозвать с фронта. И тогда ситуация, очевидно, может как-то измениться. Но до этого еще очень далеко. Что касается внутриполитических раскладов в самой России, смотрите, я абсолютно уверен в том, что у Пригожина были какие-то тайные, а может быть даже и явные сообщники. Потому что я с трудом себе представляю, как можно было вот беспрепятственно
совершить марш из района, где находились в лагерях вагнеровцы, до Ростова-на-Дону. Если я не ошибаюсь, они были где-то в районе оккупированного Инакиева, и им нужно было пройти 200 верст, что называется, по российской земле, чтобы дойти и без единого выстрела взять Ростов. И мне странно, что высокопоставленные военные, которые находились в штабе вот этого самого Южного округа, или там Юго-Западного округа, как его правильно называть, я не военный эксперт, боюсь здесь быть неточным в конкретных названиях и формулировках, но, в общем, вот там, в том самом штабе, откуда ведется руководство агрессивной войной против Украины, все эти так называемые специальные военные операции, находились высокопоставленные военачальники, в том числе замминистра обороны Евкуров, мы его просто видели. Возможно, там были и Шойгу, и Герасимов, которые якобы оттуда сбежали, но там оставались Евкуров, которого мы знаем в лицо, боевой, между прочим, в прошлом генерал, в прошлом президент Ингушетии, человек, который командовал когда-то в далеком прошлом, в 90-е годы, знаменитым марш-броском российских десантников, когда они зашли первыми в аэропорт Приштине и смешали тогда на какой-то период карты натовским военачальникам. Это было в разгар всех событий, связанных с миротворческой операцией в Косово. Короче, боевой генерал там был. Не паркетный, не картонный, как Шойгу, который в те годы, далекие 90-е, даже близко к армии никакого отношения не имел. Генерал Алексеев, опять-таки. Там, видимо, был где-то рядом и Суровикин, потому что накануне Алексеев и Суровикин явно записывали видеообращение в одном и том же интерьере. И, похоже, интерьер этот был там, в ростовском штабе. Вот они были, по идее, должны были организовать там, поднять по тревоге всех генералов и офицеров, организовать круговую оборону этого самого здания военного округа. Они ничего этого не сделали, наоборот, к половине восьмого утра вагнеровцы установили контроль над этим штабом без единого выстрела. Потом с этими самыми генералами сидел Пригожин, как на заваленке разговаривал, да еще на них покрикивал, сделал замечание этому самому Евкурову: «А что это вы со мной на «ты» обращаетесь?» Евкуров перешел на «вы». И много было всяких других событий, свидетельствующих о том, что как-то вот не по нашим самым элементарным, даже, я бы сказал, аматорским представлениям о том, как бывает организован военный мятеж, военный переворот, путч, развивались все события. Это задним числом там можно говорить, что вот мы все продумали, мы все организовали, мы дали им дойти до Московской области, и там по берегам Оки организовали главный рубеж сопротивления, и именно поэтому Пригожин решил развернуться и пойти в обратном направлении. Очень много всего непонятного в этой истории. Но, понимаете, что очевидно? Очевидно, что верхушка расколота, очевидно, что верхушка не вполне понимает, что в стране происходит. Послушайте, одно то обстоятельство, что стали самолеты улетать за границу с высокопоставленными чиновниками и сверхбогатыми бизнесменами. Одно то, что вот эти два самолета, которыми Путин пользуется, улетели куда-то в направлении то ли Твери, то ли Валдая, во всяком случае в районе Твери пропали с радаров, отключили транспондеры. Это о чем-то говорит или нет? И все последующее, что происходило вот уже на этой неделе на наших глазах, но это же какой-то сюр,
когда один раз выходит президент и начинает что-то совершенно невнятное говорить про то, как все были сплочены и организованы, и продемонстрировали высочайшую слаженность и солидарность. И второй раз потом вот это вот странное представление, которое мы наблюдали в Кремле, как Путин вдруг там спускается по этому самому кремлевскому крыльцу к военным и там еще одну речь произносит. И вслед за ним совершенно идиотическое выступление командира Росгвардии генерала Золотова, который говорит, Запад знал, значит, Запад и был организатором. Грандиозное просто упражнение. Совершенно какой-то извращенной логики. А потом это самое странное появление Путина в Дербенте. И Путин ли это был, потому что уже только ленивый не говорит, что с одной стороны он выдерживает там какую-то грандиозную дистанцию, там, то с послами разговаривает с расстояния 100 метров, то с Валентиной Терешковой встречается в гордом одиночестве, и при этом выступает в трибунке, и между трибункой и Терешковой опять-таки какое-то невероятное расстояние, не 100, но метров 50 точно. А потом идет вдруг в народ, и с народом общается и целуется, и этот народ совершенно неподготовленный, не провел 2 недели на карантине. Как-то все это одно с другим не монтируется, не стыкуется, концы с концами не сходятся. И самое главное, это социологи в очередной раз рапортуют в ЦИОМ, вот, по-моему, чуть ли не сегодня опубликовал данные очередного опроса, свидетельствующего, что то ли 70, то ли 80% россиян по-прежнему Путина поддерживают. А где эта поддержка-то? Что же толпы протестующие не вышли на улицу защитить своего любимого президента, которого все они поддерживают? Так. А почему они не выступили с протестами против решения Международного уголовного суда? Почему они не вышли на улицу с плакатами «Защитим нашего президента, не отдадим его в лапы Международного уголовного суда», почему они не протестовали, не требовали взять защиту, под защиту президента, когда дроны над Кремлем летали и взрывались. Мне кажется, что все там как-то вот из рук вон плохо. И все эти социологические исследования бодрые, они не отражают одного, что на самом деле колоссальная пропасть существует сейчас между рядовыми гражданами и российским руководством. Понимаете, вот спрашивают их социологи, поддерживаете ли вы Путина, одобряете ли вы его деятельность, и люди выдают массово политически желательный ответ. Вот есть такое понятие. Политически желательный ответ. Они прекрасно понимают, что от них ждут ответа «да, поддерживаем», «да, одобряем». А на самом деле им по барабану в массе своей. Но не всем. Обратите внимание, как вела себя публика на улицах в Ростове-на-Дону. Да, судя по всему, встречала. Ну, во всяком случае, поначалу смотрели с любопытством, я бы сказал, с таким одобрительным любопытством. А когда немножечко разобрались, то стали встречать как героев. И там даже были вот такие эпизоды, когда появлялись, видимо, какие-то недовольные, которые пытались что-то там высказать против присутствия вагнеровцев на улицах Ростова. И им тут же доставалось по шапке. Были такие видео, как просто вот обычные граждане, радостно приветствующие вагнеровцев, тут же где-то в центре города бьют недовольных. Возможно, там даже каких-нибудь переодетых чекистов или каких-нибудь переодетых сотрудников Министерства внутренних дел. Я уж не знаю. А уж когда вечером вагнеровцы стали оттуда собираться во свояси и обратно появились неизвестно куда подевавшиеся полицейские, то полицейских стали оплевывать и
совсем недружественным образом их встретили, когда они вернулись обратно на улицы Ростова. Были такие очень яркие съемки. Это свидетельствует о том, что, мне кажется, все там не так уж хорошо, как иногда кажется со стороны. И я, ну, слушайте, как раньше говорили, знаете, в политбюро не дураки сидят. Сейчас я могу сказать, в Вашингтонском обкоме не дураки сидят. И когда они начинают хором все говорить о том, что путинский режим явно ослабел в результате всех этих событий и продемонстрировал свою слабость лично руководитель, главарь этого режима. Ну, таке враження, що от пропагандисти вони самі себе підставляють, тому що вони раптово почали говорити про рейтинг Путіна. Я навіть бачила 90% колишній радник Путіна Сергій Марков заявляв в одному з пропагандистських ЗМІ, що от був 80%, а сьогодні, після мятежа, він став 90%. Ну, власне, дуже так воно суперечливо, для чому раптом зараз. Ой, Анастасія, извините, що я вас перериваю, але, по суті, всерйоз сприймати Сергія Маркова – це… Это тяжелая ошибка. Он никого не представляет, кроме себя. Поверьте, уж и точно не является советником Путина. Он просто идиот. Ну, власне, так само можна про це говорити і про того ж самого Медведєва, так, і Піскова, які часто говорять якісь такі речі, ну, які на голову не налазять. Але, на жаль, ми змушені їх читати, мабуть, так? Ні, ну, послушайте, большая разница между Медведєвим і Марковым. Марков ніхто, і звати його ніяк. Ну, так, посади немає. Так. А все-таки… Медведев – заместитель председателя Совета Безопасности. Мы не знаем, какие там существуют секретные документы, служебные инструкции, которые описывают его полномочия, которые не описаны ни в Конституции, ни в каких-то законах, но наверняка они существуют. Наверняка где-то он председательствует, наверняка Медведев там имеет право поднять трубку, кому-то позвонить и даже, может быть, нагоняй устроить или… каких-то действий, решений, ну, как минимум информации потребовать. Почему он пишет такую чушь иногда в своем блоге или в своих блогах, это уже другой вопрос, возможно, медицинского характера. Вот. То же самое Песков. Песков все-таки официальное лицо, которое имеет доступ к президенту иногда, и который озвучивает от имени президента те или иные месседжи. Поэтому вот про Пескова, про Медведева готов говорить, но только умоляю вас, куда не, шло. Не про всех этих трепачей. Так, ну це до слова, в принципі, що говорить пропаганді, як там його намагаються зараз відбілити самого Путіна, але цікаво, що такий момент. Зараз багато інформації в ЗМІ про те, що досі продовжується набір Вагнер цих всіх найманців, це не зупинялось. Буданов сказав, що насправді позитивним моментом для України є те, що вагнерівців тепер не буде в Україні. Але є різна інформація з фронту, що все-таки частина вагнерівців ще десь є на окупованих тимчасово Росією територіях. Ну і, власне, не хочеться ставити, звісно, під сумнів слова голови розвідки, але чи дійсно є гарантія того, що вагнерівців, яких сьогодні набирають по Росії, не відправлять знову ж в Україну? Чи не змусять підписати, наприклад, той самий контракт з Міноборони РФ? От що буде з ними далі? Ну, послухайте, сила вагнерівців заключалась в тому, що це була віддільна, неподчинена Міністерству оборони підрозділення, которая находилась на отдельном, особом, привилегированном положении. Я сейчас не хочу обсуждать историю про то, поставляли ли Министерство обороны вагнеровцам в достаточном количестве боеприпасы или нет. На это есть разные точки зрения и разные теории. Кто-то говорил, что в какой-то момент действительно стали держать вагнеровцев на голодном пайке. Кто-то говорил, что нет, на самом деле, просто столкнувшись с организованным, четким, дисциплинированным сопротивлением вооруженных сил Украины на направлении главного удара, вот там, где вагнеровцы были брошены в бой в качестве основной силы в наступлении, я имею в виду, под Бахмутом, и не в состоянии, будучи взять Бахмут в обещанные сроки, ведь вы помните, там Путину обещали то к одной, то к другой, то к третьей дате взять Бахмут, и никак не получалось.
Просто Пригожин стал, что называется, переводить стрелку на руководство Минобороны, и там лично на Шойгу и на Герасимова говорит, что вот не получается у меня не потому, что у меня не получается, не потому, что украинцы отлично воюют и защищаются, а потому что вот мне эти, извините, из руководства Минобороны не поставляют в достаточном количестве снарядов. Но в любом случае, я думаю, что если вагнеровцы будут размыты в составе каких-то других частей или подразделений российской армии, то эффективность их будет совершенно иной. Потому что они, может быть, были единственным хоть кое-как-то мотивированным подразделением, которое вело бои хотя бы для того, чтобы там, условно говоря, уцелеть и выйти на свободу. Была вот такая вот примитивная у этих бывших уголовников мотивация. Они пошли воевать и рисковать жизнью, потому что у них появился шанс вместо того, чтобы сидеть 20-25 лет за решеткой. А выбирали в первую очередь тех, у кого были длинные срока, да? Вот у них был мотив, по крайней мере, рисковать жизнью и погибать, превращаясь в удобрение для украинских черноземов. Да? А если они будут там где-то растворены в составе мобилизованных или там контрактников, у которых там максимальная мотивация немножечко деньжат срубить, а при этом постараться особенно в боевых действиях и не участвовать, от этих боевых действий по возможности откосить, отсидеться в окопах, что называется, эффективность их будет совершенно иная. Так мне представляется. Ну, а что касается всех остальных вещей, где находится Пригожин, летает ли он на какие-то переговоры или не летает, и что там делал Суровикин. Вот, ну, смотрите, вот совершенно очевидно, что что-то с Суровикиным происходило, потому что были слишком упорные слухи из разных источников, что он якобы то ли арестован, то ли взят под стражу, то ли что-то еще с ним этакое, да, и в интересах российских властей было бы занять какую-то четкую, внятную позицию, сказать, нет, с Суровикиным все в порядке, он продолжает выполнять свои служебные обязанности, он на рабочем месте. Но в то же время не было ни то, ни другое сказано. Не были опровергнуты слухи, но и не было сказано, что против него выдвинуты какие-то обвинения. Вполне вероятно, что вокруг этого ведет какая-то борьба, что есть люди, которые считают, что его надо задержать и примерно наказать, что он непонятно какую роль играл во всех этих событиях. А другие, например, наверное, высказывают опасения, что если мы сейчас задержим Суровикина и, не дай бог, его отдадим под суд, то мы вообще потеряем какую-либо поддержку в вооруженных силах в армии. Потому что у меня такое ощущение, что в общем и в целом в вооруженных силах позитивное отношение в России сейчас к тому, что устроил Пригожин, и вообще ко многим вещам, которые он высказывает. Шойгу явно не популярен. Герасимов, который то ли добровольно, то ли вынужденно оказался в ее компании, тоже эту непопулярность в значительной мере принял для себя. И я полагаю, что одна из причин, почему Пригожин так легко прошел сначала от фронта до Ростова-на-Дону, а потом от Ростова-на-Дону до границ Московской области, в общем, состоит в том, что большинство военных не хотят продолжать эту войну. Большинство военных поняли, я имею в виду прежде всего военное руководство, что войну против Украины выиграть невозможно, что как-то нужно из этой военной авантюры выпутываться. Обратите внимание, что единственные, кто пытался принять какое-либо участие в попытках остановить Пригожина, там, подавить мятеж, это были военные летчики. Это та часть армии, которая в некотором смысле участвует в войне, да. Ну, удаленно, виртуально, которые не участвуют в самых кровопролитных боях.
которые, как мы знаем, кстати, после первых серьезных больших потерь, которые они понесли в первые месяцы войны, просто предпочитают воевать на расстоянии, наносить бомбовые и ракетные удары с достаточно большого расстояния, чтобы не рисковать возможностью быть сбитыми. Их все равно сбивают, но воюют, как мы знаем это из многочисленных экспертных оценок, предельно осторожно. Вот они там решили тоже с большого расстояния пострелять по колонне, по Вагнеровской, ну и, соответственно, потеряли и свои самолеты, и свои вертолеты, и своих людей. А в остальном, мне кажется, есть основания предполагать, что война становится все менее и менее популярной. И это понимают люди вроде Суровикина, вроде Алексеева, вроде Евкурова и, вполне вероятно, других генералов. И возможно, что это понимание распространяется не только на военных, но и на людей, которые служат, скажем так, в сопредельных структурах, в Росгвардии, в ФСБ даже, возможно. Потому что у меня большой вопрос, а как вообще ФСБ не могло ничего знать? Наверняка они что-то знали. Наверняка они что-то знали, но вот как-то вот тревогу не забили вовремя. Що ж, тут, звісно, багато питань лишається у цій темі. Ну і не можу вас коротко не запитати про сьогодні. Ми трошки з вами вже обговорили інтерв'ю Залужного, яке буває вкрай рідко, ваш Тонпост. І він сьогодні так досить різко сказав про ті F-16, які досі Україна не має. І, власне, сказав, що Захід точно би не йшов контрнаступати, не маючи переваги в повітря. Але ми зараз робимо фактично неймовірне, сказав Залужний. Чи не здається вам, що це якийсь посил такий, можливо, перед самітом НАТО у Вільнюсі? Ну і, власне, багато бачимо коментарів від західних лідерів, зокрема, от прем'єр-міністр Естонії каже, що на нас чекає сюрприз. Який ще може бути цей сюрприз? Для нас головне одне – вступити до Альянсу, але ми розуміємо, що, вочевидь, поки йде війна, цього не буде. От ці всі такі от заяви, передпосилки – це до чого, як думаєте? Не знаю. З моєї сторони було б весьма легкомисленно утверждати, що я знаю, які перемены происходят сейчас в настроениях руководителей стран НАТО, вот, когда до саммита остается 10 дней, 10 с небольшим. Вот сегодня кто-то опубликовал фотографию уже в Вильнюсе по пути из аэропорта в центр столицы. Большой плакат «Добро пожаловать в НАТО» и флаги Украины и Швеции. Ну, мне трудно сказать, это что, плакат установлен по личному распоряжению господина Столтенберга, или это просто инициатива тех людей в Вильнюсской мэрии, которые отвечают за оформление города. Я, например, прекрасно понимаю, что среди литовских политиков, среди литовских государственных деятелей очень много тех, кто считает, что Украина должна вступить в НАТО. Литовцы вообще всегда были в первых рядах союзников Украины во все времена. Знаете, даже во времена Януковича. А сейчас тем более. Вполне вероятно, что это их городская инициатива, которая никак не согласована с руководством НАТО. Поверьте мне. Но при этом я, конечно, понимаю, что там идут разного рода дискуссии. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые хотели бы, чтобы все-таки Украина получила какой-то статус. Понятно, что едва ли состоится прием Украины в НАТО вот непосредственно на Вильнюсском саммите. Но, возможно, в результате будет найдена какая-то формулировка. Говорят вот про то, что будет создан там совет Украина, НАТО, который тогда там, что там же пройдет заседание в Вильнюсе Совета Украина, НАТО. Возможно, состоятся какие-то переговоры, результатом которых станет подписание тех или иных документальных договоренностей. Давайте просто не будем забывать о том, что вот когда очень часто
заходит разговор о будущем членстве Украины в НАТО, происходит дальше подмена понятий. Да, с точки зрения военной, Украина вполне готова к вступлению в НАТО. Украинская армия самая боеспособная на сегодняшний день армия в Европе. Больше, чем украинские вооруженные силы, ни одна армия не имеет реального боевого опыта. Благодаря тому, что полтора года уже идет, по сути дела, перевооружение Украины натовским оружием, и с точки зрения там, умения пользоваться и западным оружием, и применять на практике западные стандарты несения военной службы и ведения боевых действий, с этой точки зрения все замечательно. Но есть и определенные политические, социальные, экономические требования, которые предъявляются к членству в НАТО. И вот тут давайте, может быть, не будем сейчас в эту тему так уж глубоко погружаться, но очевидно, что с точки зрения вот этих вот политико-экономических, общественных стандартов, которые предъявляются к членству нового государства, входящего в Североатлантический альянс, здесь, наверное, остаются определенные вопросы. Неполное есть соответствие, о котором, в общем, достаточно прозрачным образом намекнул Байден, когда вот давеча его спросили про то, готова ли Украина вступить в альянс. Будет ли он способствовать ускоренному прийому? Цікаво, насправді. Нам лишається сподіватися, що так. Тому що поки інших варіантів немає. Звісно, чекати цього саміту і дивитися, які ж сюрпризи обіцяють. Ну, розумієте, от я що, єдине, що я можу сказати, давайте не будемо відноситися к этому саміту і рішенням, які на ньому будуть прийняті, як к некій панацеї, яка мгновенно излечить Україну від всіх бід, від всіх проблем і стремительным образом приблизит победу в войне с Россией. Вполне вероятно, что война с Россией займет еще достаточно много дней, недель и месяцев. Залужный в своем интервью внятно сказал о том, что не хватает боеприпасов, что не хватает разного рода военной и боевой техники, что нужны самолеты. Он замечательно рассказал про то, как он видит на большом экране, на своем рабочем месте, сколько самолетов летает вдоль границ натовских, я имею в виду вдоль границ Украины, сколько передвигается в воздухе натовских самолетов. Больше вдвое, он сказал, чем российских самолетов, принимающих непосредственное участие в боевых действиях, в ударах, которые с воздуха наносятся по Украине. Да? А тем временем F-16... Раньше осени не увидим. Да? Он сказал, хотя бы треть бы отдали. Нам 120 самолетов не нужно. Нам нужно достаточно самолетов для того, чтобы обеспечивать поддержку наступлению с воздуха. Я от себя могу добавить, это как бы общее место, рассказанное уже многократно всеми экспертами, что даже самолеты F-16 – это не панацея, потому что F-16 – это далеко не самый современный самолет, который мог бы быть подставлен ВСУ для того, чтобы с воздуха поддерживать наступательные боевые действия. Есть альтернативы, например, есть такая альтернатива, как поставка в Украине вот этих самых ракет дальнего радиуса действия. Они могли бы в каком-то смысле заменить нехватку авиации. Наберемся терпения. Да. Не сегодня, так завтра все это будет поставлено. То, что это будет поставлено, у меня нет в этом никаких сомнений. Возможно, решающие бои предстоят не сейчас, и даже не в июле, а в сентябре, как это было в прошлом году, между прочим. Август, сентябрь, такое тоже возможно. Давайте не будем торопить события, давайте наберемся терпения и будем смотреть, как развиваются события.
Що ж, чекаємо, звісно, тим більше, що про Атакамс напередодні заговорили вже у ЗМІ, що, ймовірно, найближчими місяцями Сполучені Штати зможуть передати нам ось цю зброю. Власне, чекаємо офіційного підтвердження, чекаємо позитивних новин з фронту. Вам буду дякувати за важливу розмову, за цікаву аналітику сьогодні. Євгеній Кисельов, журналіст і політичний оглядач, був з нами. Дякую вам. Дякую вам.